Степов, вы его знаете, очень жестко против него играет Беретта. Берет он блестящий форвард, он сейчас, конечно же, получит желтую карточку и получает ее, отпитает. 15 голов в чемпионате, он лучший снайпер нашего первенства. Но Берет он, видите, не зря же у него седьмая желтая карточка. Не зря же. Не первый раз мы видим такую жестко по отношению к соперникам. В этом чемпионате он уже один раз сложно остановить, потом явно получил сотрясение после этого шуповения. Габулов, Владимир. Ну что же, при всем том, что я сказал, кого показывает кулак сейчас Габулов, верит он, пойдет в поле. При всем том, что я сказал о Шульне, и вот он говорит этого царя, он называется в состав сборной страны, конечно, это очень серьезная потеря для Москвы.